Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Каролина. Посмотрим, чего вы не видите, но на чем у вас обострено как бы внимание. Вот это вот внимание, все туда, но что вы не замечаете. Одну карту я положила закрытой. Мы ее достанем в конце расклада. Она будет означать первопричину. Итак, у нас с вами здесь пятерка кубков и рыцарь кубков. Пятерка кубков часто показывает про расставание, но рыцарь кубков, он также показывает человека, на которого вы возлагали надежды. И, как правило, когда у нас такой архетип есть, рыцарь кубков, мы не считаемся с тем, что он хочет. Но он как солнышко, он светит, он нам нравится, мы хотим от него получить как можно больше, и вот все ждем. Но когда же ты вот выстрелишь, когда же ты там дашь? А на самом деле никто не спрашивает, а хочет ли он этого. То есть, и потом выглядит так, что ой, вот у меня не получилось с ним, может быть, или с ней, да, у меня не получилось с ней, потому что она вот как-то зациклена, наверное, на себе, она меня и не видела. Хотя здесь уже говорит о том, что вот, вот это снаряжение, которое на этом всаднике, и шлем с крыльями, уже говорит о том, что человек много видит, намного больше видит, чем вы представляете, но может не говорить. Тот архетип, который находится в рыцаре кубков, вот тот, о котором у вас погружены мысли, да, он достаточно интересен, но вы больше ждали от этого человека проявлений. Но рыцарь кубков, он хочет охватить много. Он не может сконцентрироваться на какой-то одной задаче. И здесь либо вы принимаете человека, либо, если вы хотели ломать, то он словно натыкается на стену и просто решает ее обойти, да? То есть сквозь стену не пройти, я ее обойду, да? В общем, у вас погружены мысли про действия этого человека, у него много работы, он шустрый, вы вспоминаете о нем, он достаточно приятен. И вы не видите своих шансов, которые вам дают. Вы думаете, что вы обделены. А как этот человек относился к вам? Угу. Так, здесь. Вы знаете, несмотря вот на тяжесть карт, да, вы для этого человека были практически музой. Она наслаждался вами, вот наслаждался либо вашим видом, как вы выглядите, вот где-то вас вот наблюдала, вы встречались, у вас были встречи, у вас были пересечения. Но этот человек даже, можно сказать, недооценивал себя. Он думал, что вы слишком хороши для него. Здесь есть карта мощной интуиции по двойке мечей. Она всегда показывает, что человек не знает, как поступить, но он чувствует, очень остро чувствует вас, ваш взгляд. Чувствует, он чувствовал вашу зажатость, какую-то зажатость. Возможно, вы слышали такие фразы: «Да, тебе нужно как-то вот помягче там, или раскрепоститься, ты какая-то вот зажатая». Или конечно, вот лучше сделать так, но зато не быть в таких вот комплексах. Что с вами вообще делать? Он вообще считал вас, что вы как подарок для него. Что хочется сказать? Либо у вас вот-вот будет с ним встреча, и здесь вас словно тормозят. Давай-ка сейчас остановись и подумай. То, что ты не хочешь видеть, это не значит, что этого нету. Тебе нужно немножко замедлиться. Либо, знаете, вы все время на телефонах, на средствах коммуникации, вы можете пройти и не заметить, как бы. И вы остановите действие этого персонажа, да, о котором вы думаете. И вы, между прочим, многих людей словно не замечаете. Вы словно погружены в свои какие-то рабочие моменты. Либо, знаете, там, вот у меня есть
задача, и она у меня не решается. Но я ее решу, а потом полюблю, а потом заживу, а потом найду. Вот так вот. То есть вы не видите текущих шансов, которые вам дает жизнь. А вам дает жизнь довольно-таки много этих шансов. Да, это подтверждает и карта Солнца. Она самая благоприятная, кстати. Ну, вообще, вы словно потеряли радость, какой-то ниточки нету. Вот что нужно нам делать, чтобы это все-таки сохранить? Смотрите, у нас здесь вышла дама Пентакли. Она такая очень бережно относится к своему собственному ресурсу. А это говорит нам о том, что вам не нужно распыляться, вам не нужно много времени посвящать туда, куда не надо, да, то здесь такой экономичный ресурс. Вы должны каждое даже какое-то ваше слово взвешивать. Стоящее, не стоящее. Есть такая тоже практика, знаете, в течение дня, если вы хотите понять, все ли у вас в порядке, и вы, может быть, где-то в чем-то запутались. Вам нужно в течение дня сохранять тишину, стараться меньше коммуницировать, меньше общаться и в то же самое время не слушать соцсети, не смотреть паблики, не смотреть ролики. Вот прям сконцентрироваться на себя, на себе. И у вас все встанет по полочкам. Как, с кем, какой ресурс давать. Да? Ресурс – это вот взаимодействие, общение, тем, чем вы обмениваетесь. Возможно, вам нужно отловить слова. Может быть, какие-то слова-паразиты в последнее время у вас выскакивают. Вот это и называется. Какая ваша ресурсность? Куда она уходит? То есть целостность такую. Обычно хватает одного дня. Если одного дня не хватает, вы берете тишину на 3 дня. И очень выборочно относитесь к тому, что к вам приходит в течение дня. Например, да, ссылки на обучение, либо звонки подругам, либо общение с коллегами, да, с какими коллегами вы общаетесь. То есть определенный, мы сейчас это назовем, определенный вот этот шум убрать на день, ну, максимум на 3 дня. Почувствовать себя, увидеть себя, услышать свои желания. То есть здесь, что вы не видите, это шансы, которые вам дают, вы можете пройти мимо них, мимо. Возможно, у вас была даже встреча с человеком, вы его не увидели или не заметили, а он вас заметил, или она вот вас, да, заметила. Но у вас вот этот вот пути ваши свели вновь, а вы так раз, прошли мимо. То есть опять тянется во времени. Но нас не дают люди второй, третий, четвертый, пятый раз. То есть нас сводят эти дороги, понимаете? Поэтому не в зависимости от того, какая сейчас луна, там, на каком вы питании сидите, да, или у вас сейчас много работы, вы не можете сейчас себе позволить сконцентрироваться на себе, да, но хотя бы один день позвольте, и у вас совсем по-другому пойдет ощущение, вы поймете, что дальше, куда дальше идти. И что у нас скрыто? Смотрите. Так, это у нас вышли в прямом смысле детки. Да? Либо вы работаете с детьми, и у вас первое место идут дети. Либо вы думаете о каких-то детях. Либо у вас мысли погружены в приятные, в прошлые воспоминания. Которые, они приятные, да, но они в прошлом. Но то, что есть в прошлом, оно, конечно, и проявляется у нас в настоящем. Вот эти линии вероятности благополучия, они тоже есть в вашей текущей жизни, которые вы не замечаете. Поэтому я надеюсь, вам не показался сложным расклад. Я надеюсь, я вам помогу вот этой небольшой такой проекции, да, как вам себя приберечь, чтобы вы начали видеть то, мимо чего вы проходите. Ой. Поэтому, когда ко мне обращаются, говорят, ну что такое, у меня ничего не происходит, очень часто ничего не происходит, потому что
вы загружены совсем чужими задачами. Своей жизни уже нету. Вот. Всем хороших вероятностей линий судьбы. Выходите на свою дорогу, принимайте свое, что идет к вам в руки, да, и вот здесь действительно такая прям встреча, тот, о ком вы думали, грустили, очень от души к вам относится, вы для него как праздник, и если вы немножко протрете свои глазки, вы увидите его, обязательно увидите его, ее, у вас будет очень приятная душевная встреча, которая даст продолжение. Почему даст продолжение? Вы должны вообще-то это все забыть. То, что я вам сейчас скажу, что это даст продолжение. Потому что вы так сейчас сядете на диванчик и скажете, да зачем мне что-то делать? Хорошо, я сделаю это там послезавтра или через неделю, а вы сами забудете. И вот почему я вам говорю, что будет продолжение, потому что здесь самая благоприятная карта, это у нас туз пентаклей, это показывает дар богов. Это шанс, который вам дали, и этот же шанс до сих пор остается. Это говорит о том, что у этого человека есть чувство к вам, и будет продолжение обязательно. Так как здесь в этом раскладе у нас попала эта карта, я со 100% вероятностью говорю, что у вас, во-первых, расклад проиграется, а во-вторых, если вы соберете вот эту вот энергию свою и поймете, куда вы распыляетесь, это будет быстро. Если вы не соберете свою энергию, будете распыляться, это будет через какое-то время, возможно, даже ближе к лету. Но сейчас не смотрите на эту карту, она не показывает летний период, она показывает о том, что вам шансы продолжают давать, и причем многократно. Поэтому, чтобы вы не проходили мимо своих шансов, соберите сейчас эту энергию свою тем способом, который я вам сказала, и будьте внимательны к себе. И поменьше, когда вы куда-то где-то идете, да, там по улице, еще где-то, не висите на телефоне. Ну, какой-то вот здесь есть такая... В этом раскладе чувствуется отстраненность. Не висите на телефоне. Будьте в текущем моменте, здесь и сейчас, чтобы вы ничего не упустили. Всем благополучия, мира и добра. С любовью, Каролина.